Ребят, всех с победой. Хорошая игра, молодчики. Ну, думаю, все меня поддержат. Виталий Зацепилин получит шапку сегодня. Спасибо, ребятки. Всех с долгожданной победой. Молодчики. Двигаемся дальше. Молодчики, ребят, с победой всех. Хорошая работа. Давайте, молодчики. Хорошее настроение. Все ждали эту победу. Не только команда, ребята, игроки, но и все болельщики. Поэтому всем спасибо, кто сегодня пришел, поддержал нас. Игра не была такая легкая, наверное, как со стороны казалось. Да? Может, мы где-то и преуспевали, были быстрее, там, сильнее, да, и забили свои моменты. Но Стеля нас подвыручил, конечно. Ну, и, слава богу, что все так сложилось. И какая-то символистка, что именно с Матамаем проиграли и пошла, да, вот эта чуть-чуть. Я, кстати, не задумывался об этом, но может быть, вполне, да. Может быть, это сейчас у нас будет серия из 7 матчей. Победная, может, и дай бог больше. Предложение девушки своей сделал, с которой мы 5 лет уже вместе будем планировать сыграть свадьбу весьма, наверное. Ну, да, группа там, ребят, некоторая знала об этом, да, там, и помогали мне, и поддерживали, и участвовали. Вот, Мак Захаров, там, Артем Леонов, Рома Алексеев, Рома Катиенко. Ну, многие ребята подсказывали, там, советовали, как, наверное, лучше сделать.